Что происходит? Минутку, пожалуйста, мой директор. Это работает? Пожалуйста, будьте терпеливее. Мы работаем сейчас в очень сложных условиях. Хватит этой ерунды! Скажи мне, это будет работать? Да или нет? Фрау фон Булон, сколько раз я должен напоминать вам? Это очень сложный и деликатный процесс. Его нельзя ускорить. Это ничему не поможет. Не применяй этот менторский тон ко мне! Минутку. Одну минутку. Что? Что? Да-да, процесс экстрагирования начинается. Это всего лишь вопрос времени. Превосходно! Шевеливайся, Земф! Выполняй приказ! Развернуть оставшуюся элитную стражу! Я воль! Thank you.
что вы собираетесь делать? Я ничего не планирую. Я просто делаю. Я получу, что хочу. Нет, вы не можете сделать это. Вы разобьете внутреннюю печать. Я готова рискнуть. Вы готовы? Вы совсем сошли с ума. Вы понимаете, что будет выпущено? Да нам всем может прийти конец. А, меня это не волнует. Я целую жизнь ждала этой возможности. Я не поверну назад из-за каких-то нелепых страхов. Фрау фон Буллоу, я предупреждаю вас. Если вы будете продолжать это безумие, мне придется доложить о ваших действиях командованию СС. Уйди с моей дороги, Земф! Твои ничтожные угрозы не остановят Пожалуйста, меня. Пожалуйста, образумьтесь! Прекратите это безумие, пока не поздно. Это последнее предупреждение. Нет, вы не можете. Ах, наконец-то! Гнездо Орла, курица, гнездо Орла, ответьте, гнездо Орла. Это гнездо Орла. Мы слышим вас, курица. Как ваши дела? Задание выполнено, мы возвращаемся домой. Отличная работа, курица. Какое состояние пассажира? Все предусмотрено. Пассажир в порядке. Повторяю, пассажир в порядке. Конец связи.